город в конце мая отпраздновал 185-ю годовщину со дня основания. В текущих условиях особенно важно продолжает укрепляться. И наше объединение утрирующегося многополярного мира. Страны пятерки, чтобы евразийское пространство было комфортно. Интеграция уже доказала свою эффективность и востребованность. Взаимоторговля растет с 2000-х годов промышленности, в области цифровой трансформации, созданием новых логистических возможностей. Ну и, конечно, расширяем наше сотрудничество, технологического потенциала и самодостаточности к современным вызовам. Сегодня в узком составе мы обсудим